Чтобы узнать, какой будет жатва в Краснодарском крае, Вениамин Кондратьев вместе с учеными и аграриями выехал на поля Тбилисского района. В среднем хозяйства края могут убирать до 100 тысяч гектаров в день. Урожай на Кубани должен быть не меньше прошлогоднего, поставил задачу глава региона. Для этого нужно набрать хороший темп работ, чтобы не допустить потерь зерна и вовремя закончить кампанию. Такая пшеница, которая сегодня вот здесь на наших сегодня ладонях, конечно, рекордная. Первые обмолоты обнадеживающие, потому что 60, 65, 72, 74, 80 сообщают нам отовсюду, со всего края. Как на Кубани говорят, что криком земля не пашется. А вот таким умением, лаской, трудом, потом, вот только так такой урожай создается. Подробнее об уборочной кампании говорили уже на совещании. Аграриям предстоит убрать более 1,5 миллионов гектаров озимых и яровых культур.